Здравствуйте, ребята! Я Новый год. Сегодня я расскажу вам историю, которая произошла в обычной семье, где есть мама и папа, и у них двое детей. Мальчик Миша и девочка Аня. Однажды, в канун Нового года... Окна домов занесены ночью. Лунным ключом открывает владение своей. И до весны тысячи долгих дней. Только в пути Новый год, он почти у дверей. Добрая сказка детства, начни свой путь, мое сердце. Ночь наступила, землю укрыла. Анька, сколько время? Ага. Время уже 23:30. Куда они делись? Скоро Новый год. Странно. Мама не доделала салат. Привет, привет, маленький неудачник. Опять хочешь мне помешать? Зачем ты снова заколдовал детей? Этих, что ли? А мне их не жалко. Им все равно, кроме следа, ничего не нужно. Ха-ха-ха. Они даже не заметили, что родители ушли. Ха-ха-ха. Вот и пусть теперь оставшуюся жизнь сидят в телефоне, в планшете. Ха-ха-ха. Я остановил время. Теперь всегда будет 31 декабря 23:30. Ребята, я знаю этого злыдня очень давно. Он всегда портит праздник. Сегодня он заколдовал бедных детей и остановил время. Чтобы запустить часы, нам с вами нужно узнать новогодний секрет. А для этого мне нужны помощники, мои феи. Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Новый год. Ты звал меня? Опять нужно узнать новогодний секрет. Да, фея красоты. Злыдня снова заколдовал детей и остановил время. Ну что же, дорогие мои, слушайте. В нашей жизни есть главные вещи, которые помогают оставаться человеком. Эти вещи вам хорошо знакомы. Я фея чего? Красоты. Правильно. Если мы вокруг себя будем видеть только красоту, окружать других красивыми вещами, то зло никогда не проникнет в нашу жизнь. Красота должна быть во всем – в словах, в музыке, в танце. Yeah.
Ну что, думаете, одной фее под силу отгадать новогодний секрет? И правда, ничего не получилось. Миша и Аня по-прежнему в гаджетах. Часы стоят на месте, а родители нет. Пригласим мою сестру, фею любви. Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Новый год! Здравствуй, моя сестрица! Вам нужна помощь? Опять кого-то спасаем? Вижу. Ну что же, слушайте. Кроме красоты, человеком остаться нельзя без любви. Любовь – это часть новогоднего секрета. Она проявляется во всем. Любить можно мальчика или девочку, маму и папу, друга, свою родину, музыку. Любовью нужно делать все дела, даже петь песни. Все равно не узнаете полностью секрет. Смотрите, дети по-прежнему в телефоне, в планшете. Эх, придется звать последнюю надежду, фею добра. Здравствуйте все. А что вы такие грустные? Скоро же Новый год. Ого, опять злодей шалит. Придется помогать. Ребята, без чего мы совсем перестаем быть людьми? Что самое главное в отношении к другим окружающим? Какая я фея? Доброта спасет мир. We'll be right back.
рады вас видеть. Мы так скучали без вас. Где вы так долго были? Уже Новый год! Я люблю эту часть истории, когда все заканчивается, наступает настоящее волшебство. Нет, Новый год, это не волшебство, это и есть новогодний секрет. Новогодний секрет раскрыт. Мы отгадали его снова и снова спаслись от злыдня. А кстати, ребята, вы его не видели? Куда он пропал? Красота, любовь и добро. Это и есть новогодний секрет. Это секрет нашей счастливой жизни. Не теряйте и не забывайте его никогда. С наступающим Новым годом и Рождеством!